шансы, что человечество исчезнет, очень высокие. Потому что человек нарушил очень много правил жизни. Но надеюсь, что в мире достаточно людей, которые еще могут грести против этого течения. Так что я говорю тем, кто может еще грести в полную силу. Может, они даже не пробовали, сидят где-нибудь. Все равно их рано или поздно вымоет из этого водоворота. Или река жизни унесет их в подземное царство, или они начнут грести. I gave you one mammoth already, now it's your turn. That's really good. So, how is the progress? Well, you should meet some of the people that are actually doing the work. Yeah, Justin? Our priority has been things that would allow the elephant to live in a cold environment. Mm-hmm. So that initially we won't have 100% woolly mammoth, mm-hmm. but we would have an elephant that would like to live in cold. According to my standards, that would be enough. Right. Я не брошу парк, пока он не сможет уйти в самостоятельное плавание. Вот мне бы очень хотелось, чтобы до конца моей жизни я мог, условно говоря, оставить парк, выехать из него, вернуться через 3 года и увидеть, что у меня территория, оккупированная животными, стала больше, животных стало больше, мерзлота под ней холоднее, чем вокруг. Сейчас, Сашка. Пух летит у нас. Угу. Что, ничего? Убегай дальше. На самом деле, все, кстати, животные очень любят иван-чай. Да? Захотят и прямо его обожают, да. Но на ночёнке в парке иван-чая практически не растет. Хотя сейчас там очень много мест, где ему было бы очень хорошо. Просто семян там нету. Вот мы следующей весной там все засеем. Хорошо. В мае. А, блин. Нам, конечно, не хватит, надо что сделать. Сколько соберем, сколько соберем. Надо было парк меньше делать. Парк меньше делать? Парк! Ну, все, надо больше вообще-то делать парк. Прям скажем. Безусловно. Все равно много, ну, что сделаешь. Да, чтобы туда поместили слоны, еще два. Пап, тебе пух меняет. Прости, малыш. Я тоже лезу в пуху. Давай. Мы на вершине.